Всем привет, дорогие зрители. Я сегодня проголодался. Приехал в хороший ресторан, который находится в Махмутларе, который называется Сары-Сой ресторан. Можете пробить в поисковиках, в Google, Яндекс и найти этот ресторан. Очень вкусный и цены стабильные, нормальные. Известный ресторан. Вот, пишется вот так, Сары-Сой ресторан. Здесь вот у нас стульчики. Места все внутри, кондиционера вроде нету, есть вентиляторы. Так, вот такой ресторан. Вот такие вкусняшки тут. Вот это мы будем кушать супчики. Вкусняшки. Так. Хочу показать меню. Вот, дорогие зрители, меню есть по-русски. Завтраки от 28 лир и выше. Вот цены. Томатный суп 15 лир, щевичный 15. Пицца 32 лиры. Закуски. Здесь у нас гриль. Кебаб из баклажана 45, абдана 33, мясные блюда, стейки, салаты и все остальное на других языках, то, что тут есть. Вот. Называется Сары-Сой ресторан. Всем приятного аппетита!